Список киевских православных святынь пополнился еще одной иконой – Владимирской десятиной. Сегодня ее причислили к чудотворным и отслужили по этому поводу молебен в столичном десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы. Образ Девы Марии в Киев привезли из Соединенных Штатов, где 20 лет назад его написал брат-настоятеля храма как образец для иконописцев. Столица икона несколько лет находилась в так называемой «Скинии». Но спустя некоторое время прихожане увидели перед алтарем Деву Марию. Расценив ее появление как благословение этого места, митрополит Владимир дал добро на строительство храма. За 10 лет, рассказывают прихожане, икона не раз являла свои чудеса. Кому-то помогала избавиться от болезни, кому-то от бесплодия, а кому-то найти супруга. В Америке, в Калифорнии, в городе Сан-Франциско было написано специально как экспонат. И здесь пришло это первое чудо. Так как явилась Баба Пресвятая Богородица, посмотрела на свой образ, постояла, подняла свои пречистые руки и всех нас благословила, зашла во святая святых. Да. Все 10 лет я хожу в этот храм. Очень много рассказывали. И я сама, у меня самой такое было. Я молилась этой иконе за свою подругу. Ей делали операцию на ноге. Она на второй день встала. Когда икона появляется, чудодейство, то не сразу ее прославляют, проверяют, чекают. Эта икона сегодня перерахована до местных шановных святынь города Киева. Так что Киев еще имеет одну покровительницу в виде иконы Божьей Матери Владимирская Десятина.